Чтобы не чихать и не кашлять зимой, нужно прививаться сейчас. К зимнему наступлению гриппа нужно готовиться всем и особенно некоторым группам жителей региона. Это люди старше 55 лет. У них прививка также уменьшает частоту и тяжесть инфарктов и инсультов. Кроме того, в группу риска входят дети до 3 лет, школьники, студенты, медперсонал, учителя и лица с хроническими соматическими заболеваниями. В поликлинике области вакцина поступила в полном объеме и сделать ее можно бесплатно. В настоящее время в регионе началась вакцинация юных мурманчан. Сделать прививку против гриппа взрослым в поликлиниках области можно будет уже со следующей недели. Каждый год состав вакцины меняется. Хоть название одно и то же – Гриппол плюс и Гриппол, просто состав ее разный. Вот. Но надо сказать, что мы очень активно в прошлом году вакцинировались. Значит, охват населения у нас составил, охват населения вакцинации 26,6%. Такого мы уровня не достигали никогда. И это, конечно, сказалось эффективно на заболеваемости и продолжительности вот этого эпидемического подъема.